против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются, длинные цепочки, линия жизни становится точкой. Строчки и дни, стежок за стежком, шьют твое тело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник, моя свобода — это радиоприемник. Всегда одному выбирай, что тебе суму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно? Тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Ответы на вопросы, допросы, опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки, арабская вязь. Я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильная нитри. Свобода — это то, что у меня внутри.